Давайте тащить. Дец, хайлайт. Ребята, в чате выложишь хайлайтс, это как бы сразу говорю, вот этих каток на ютубе не будет. Потому что это лютое, унылое дерьмо. Которое я пытаюсь превознемогать. Я вообще не знаю, ладно я. Ну типа я сижу ложкой, жру как бы кал, да, там, ну там. А вам что, по кайфу это смотреть? Ребята, у меня вопрос к вам вообще жесткий. Я, конечно, помню, я в детстве смотрел вот этот видос Two Girls, One Cup. И он плохо повлиял на мою физику, да, на мою физику, на мое состояние душевное. И я как бы его достаточно быстро оффнул, и больше никогда у меня не возникало желания посмотреть его еще раз. Ну, правильно? Ну, согласитесь. Ну, вы, блядь, хоть раз открывали этот видос второй раз? Мне кажется, если ты открываешь второй видос второй раз, ты, блядь, у тебя что-то нахуй где-то пошло, блядь, не туда что-то, да? Согласитесь, да? Это значит, что ты в жизни, ну, где-то, блядь... Ошибся, наверное. Где-то тебя перекосоебило немножко. Так вот. Давайте тащить. Ладно, на скилле катка. Да на скилле-то на скилле. Выиграть бы. Третью точно потащим. Почему Дрейка на 50 мивов не походил клеточку вверх? Вопрос хороший. Действительно, почему, бля? А как ты это заметил? Я что-то не обратил на это внимания.